Thank you.
Нет, пойду вниз, погрею. О, не приносит этот круг. Чего? Потому что они тут ДДД в центре делали, а ты куда с ними? Я так и свой, тоже хорошо. Перебилось.
Хорошо, понял, спасибо. А, да, этот самый. Я же там еще все хотел в этот понедельник еще с тобой поговорить. Утвердили свой проект, наконец-то, со всеми этими туристскими рубриками. Вот. Да, я Василию не позвонил, она сказала, что будет, что будет судить. Вот. Завтра тогда может... Ага. Хорошо. Хорошо, я тогда раньше подъеду, да. Ага, давай.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Тихо.
Да! Да! Да!
что Дима молодец. Дима как пришел. Хорошо! Поехали! Подурок! По мастерству, по упорству, по стремлению к победе обе команды дают достаточно высокие, скажем, результаты. И они сопоставимы. Сегодня была очень упорная борьба, если вы обратили внимание на счет, то на протяжении большей части игры был 1-0 мы вели в счете. Ну, как говорится, спортивное везение немножко оказалось на стороне наших оппонентов, соперников. Я бы несколько шире сказал об этом турнире, даже не привязываясь ни к одной из команд. Ни к «Легиону», который мне близок, ни к обладателю, первому обладателю первого кубка Крыма по хоккею. Это, наверное, все-таки большущая победа всех крымских хоккеистов. Мы очень долго к этому стремились. Организованному хоккею уже скоро, в следующем году, 6 лет будет. Впервые 5 лет назад мы показали себя на арене за пределами Крыма. И вот сегодня, вот тот накал, который был в течение двух матчей, да и начиная, наверное, из полуфинальных матчей, никому легко победы не дались. Они говорят о том, что общий уровень подрос, а это, конечно, очень большой успех всех нас. Оба полуфинала складывались напряженно, счет был 1-1 в сериях в обоих, то есть пришлось сыграть все три матча. Но мы в полуфинале уверенно переиграли «Галла Моторс» из Севастополя со счетом 7-3. Ну, финал, ну, на сегодняшний день, значит, хоккейный клуб «Севастополь-2» сильнее, с чем я их и поздравляю. Ну, игра сегодня в целом была тяжелая, много не получалось, сейчас у нас не хватает льда в Севастополе, тренируемся мало. Наверное, нехватка катания, в принципе, сказывалась. Много не проходили какие-то комбинации, которые наигрывали. Выиграли за счет характера, за счет упорства. Не отвечали грубостью на грубость, играли, старались, забили.
победили, в принципе, и все. Но сегодняшний финал получился более упорный, чем первый, да? Сегодня «Легион» действительно лучше был? Для меня «Легион» всегда одинаковый, в принципе, был. Самое главное, что мы выиграли вторую игру подряд, нету третьей финальной игры, но мы доказали в двух играх, что победили, в принципе, это самое главное.